Функции самостоятельного организма у инфузории какие? Кроме раздражимости, подсказал уже одну, еще четыре. Ну это не функции самостоятельного, знаешь, но это как бы вот как бы отдельного такого самостоятельного организма. Что? А пищеварительные вакуоли могут быть и у любых там они многоклеточных, там у нас, например. А надо, чтобы вот одна клетка, и она еще самостоятельный организм. Кроме раздражимости, у всех организмов есть обмен веществ, пишите. Такие общие признаки, да? Дальше, третье, адаптация. Она же может приспосабливаться, да, к определенным условиям среды. Четвертое, размножение. Это самостоятельного организма функция. Сейчас я скажу. Ну, я согласен, что все клетки, и она же тоже клетка. Но тут, понимаешь, в чем дело? Тут как бы пытаются спросить, что вот она как бы и клетка, и организм одновременно. И вот у нее здесь сочетаются признаки, которые, впрочем, конечно, они тоже для всех клеток характерны, но у нее это как бы два в одном, в этом у нее уникальность. Да, и пытаются как бы проверить общие свойства клеточные, которые у нее уже проявляются как у отдельного организма. Раз она одна клетка. Сейчас подожди, там еще что-то было. Почему-то я опять тут запомнил. Так, еще раз, что мы сказали? Размножение, обмен веществ, адаптация, раздражимость. Какая-то пятая была. Особенность у всех клеток. А, рост. То, что когда она делится на две, да, она же так вот поперечно делится, инфузория, две там сначала маленьких будут, а потом они подрастают. Да, то есть у нее такое поперечное деление на двое есть.